До свидания. Я, Марго Дэвис, была проинформирована о риске, возможном случае моего отказа от медицинской помощи. Настоящим я освобождаю... Кто вы? Работаю в больнице. Больницу при Принстонском университете и ее сотрудников от ответственности за последствия, которые могут сказаться на здоровье моего сына в случае моего отказа. Они не виноваты, если мой сын сыграет в ящик. Сыграет в ящик. Несколько неформально, но это для лучшего восприятия. Я понимаю, что доктора считают мое решение идиотским. Зачем вы это делаете? Но я уверена, что знаю больше их. Я учила биологию в школе. Я так думаю. Кроме того, мне нравится контролировать все, что связано с моим сыном, даже его смерть. Подпишите здесь, пожалуйста.